На сцене ДК «Пролетарка» прошел благотворительный концерт в поддержку специальной военной операции. Послушать выступления артистов и пообщаться с волонтерами, которые недавно вернулись из зоны СВО, пришли более 400 жителей Твери. Подробности в нашем сюжете. Еще до начала концерта в фойе ДК «Пролетарка» для сбора гуманитарной помощи были открыты волонтерские пункты двух известных в городе сообществ «Мы за победу» и «Добро-69». Один из руководителей волонтерских штабов, Вадим Казаков, рассказал, что лично отвезет все, что удалось собрать в зону специальной военной операции. На его счету уже 16 поездок на освобожденной территории и много грузов, переданной гуманитарной помощи военнослужащим. Основная часть гуманитарной помощи, это является форменная одежда, продукты питания, также спецсредства. Я люблю тебя, Россия. В концерте, посвященном военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи, приняли участие 15 творческих коллективов Твери и Калининского района. Также были организованы тематическая фотозона и книжная выставка. Все желающие могли написать письма военнослужащим, которые тоже передадут волонтеры. По словам зрителей и участников концерта, такие мероприятия очень важны и находят большой отклик со стороны детей и взрослых. Традиционно письма и посылки в зону СВО отправят тверские школьники и ветераны. А на территории города работают множество волонтерских организаций, в которых состоят тысячи жителей Твери.